здесь у нас привлечено большое количество людей, техники. На данном этапе ведутся демонтажные работы. Демонтированы все напольные покрытия, демонтированы все перегородки. Ведется демонтаж плит. Я думаю, вы обратили внимание, что все оконные блоки у нас демонтированы. Демонтированы лифты, ведется устройство лифтовых шахт под новые лифты. Ведется утепление гидроизоляции фундамента. Все подводящие коммуникации будут заменены на новые. Фасад здания будет иметь новый современный вид и отвечать требованиям по утеплению. Внутренний интерьер позволит принимать граждан в комфортной обстановке. Диагностирование больных будет производиться на современном оборудовании.